Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня у нас тема, сегодня тема моего видео – это молодильные яблоки. Давно-давно, когда еще, можно уже сказать, в прошлом веке, да, были какие-то вопросы и проблемы после определенной какой-то нервотрепки, я обратилась к кардиологу, и она мне назначила такой курс лечения. И потом, когда я к ней приходила, я расскажу о курсе, и просила назначить еще, она говорит: хитренькая, ты что, хочешь молодильные яблочки? Итак, в чем заключались эти молодильные яблочки у старой школы кардиологии? Сейчас, когда я обратилась и я брала те витамины, которые я покажу, мне так спрашивают: а зачем, а почему, а что это такое? То есть даже не знают, что это такое. Итак, что я взяла? Я взяла 4 пакетика вот такой никотиновую кислоту. Кислоты вот здесь по 10 они. Никотиновая кислота. Теперь. Дальше я взяла витамин В6, вот такой тоже их 40 штук, и взяла я витамин В12. Взяла вот такую кучу, вот такая куча шприцов, и вот такие вот побольше, вот их целая куча. Почему? Потому что все эти витамины нужно делать отдельным шприцом, их нельзя смешивать. Итак, в чем, как я буду делать? Один день у меня 1 миллилитр, второй день 2, третий день 3, четвертый день 4, пятый день 5, потом шестой 6. И дальше опять назад 5, 4, 3, 2, 1. Вот такой набор, поэтому их так много, и поэтому так много шприцов, поскольку нельзя их смешивать. Делать я буду сама себе, как всегда, ягодицу. Ничего страшного здесь нет. Спиртиком, ваточкой протерла, витаминчики. Вот что-то я почувствовала, что мне нужны эти витамины. Витамины вообще нужны, это вообще хорошо и для сердца, и никотиновая кислота, это очень хорошо для суставчиков, В6, В12 очень хороши для головы. Так что вот так вот приходится самому это делать, вспоминать то, что было, то, что тебя назначали когда-то, и то, что тебе помогало. К сожалению, сейчас этого нет в той старой школе. Мы чуть-чуть застали, а еще старые вообще ничего. Такое ощущение, что их учат, чтобы только выписать направление куда-нибудь. И все. А вот так вот, чтобы взять человека, взять его полностью, нет. Совершенно. Все что-то там отдельно. А отдельно здесь не получается. Здесь не получается. Ну и, конечно, я обращаюсь к космической медицине. Это не Мылакин, это еще, то есть люди, которые занимаются именно космосом, занимаются летчиками, там, где есть перегрузка. Почему голова, почему здесь, потому что балетным тоже это очень, именно нужна космическая медицина. Это нужно то, что делают для космонавтов, для летчиков, истребителей, потому что идет очень сильная работа здесь это пируэты. Все хлопают, когда 32 пируэта или огромное количество шне. Но это очень сильно сказывается именно на работе шеи. Поэтому
такая вот профилактика, она очень-очень-очень нужна. И именно, да, именно связанная с перегрузками, с космосом, как раз идет перегрузка всей этой системы и глаз. Так что, если кому-то это как-то поможет, кто-то еще захочет воспользоваться, но обязательно, конечно, нужно спросить у кардиологов, у своих врачей. Я не претендую, я просто говорю о том, что вот это вот уже забывается. И очень многие, не только, скажем, у нас в Молдове, в Кишиневе, но вообще во всем мире, насколько я вот смотрю, как-то нужно взять себя в свои руки и только и держать все свое здоровье под контролем. Ну, конечно, у меня очень много упражнений, которые говорит профессор Неумывакин. Ну, конечно, у меня есть упражнения Шишонина. Неумывакина, у него, когда вы стелите коврик и кладете бутылочку под шею, работается шея, тоже массажируется. Да, это можно найти. Шишонина, это у меня для шейного отдела и для плечевого отдела. Плечи, надо плечи вот уже расслаблять. Вот эту часть надо. Взяла еще хрен. Это тоже поставить вот здесь. Здесь, да, чтобы расслабить. Расслабляются вот эти вот мышцы. Голова. Ну, конечно, есть вопросы. Конечно, есть вопросы. Есть исследования. У меня лично есть исследования. И, конечно, есть вопросы. Поэтому я это все делаю. И сначала вы сделаете себе исследования, какие-то там, я не знаю, рентген-томографию, еще что-то. Посоветуйтесь и держите все в своих руках. И я вам желаю просто здоровья. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить видео. Для этого нажмите кнопку подписаться, поставьте лайк. Для оповещения нажмите колокольчик.